замаскали. И что? Ну а я минут через 40 буду там. Ну давай, дома, встретимся. Ты не будешь там получить, да? Видео. Вот мне примерно такая. Там секретарем парторганизации в 35-м интернате. И выпускаются ребята, а квартиры не дают, что положено. Да.
литературу партии «Яблоко» подходит, берем. Вся литература у нас бесплатная. Александр Гнездилов, и сегодня здесь, на Московской международной книжной выставке. Нашим московским полицейским разницу между самоуправством с одной стороны и гражданско-правовыми отношениями с другой стороны. Если же это, к сожалению, судебное решение, а мы с вами знаем, что у нас в стране есть такая группа людей, которые ничего не знают о Конституции, ничего не знают о конституционных правах, ничего не знают о том, что у нас есть конституционное право граждан на жилище. Этих людей на стране 18 тысяч человек, они называются федеральные судьи. Вот они все, вот все остальные знают, бомжи, депутаты, инженеры, там, не знаю, полицейские знают, что каждый имеет право на жилище. Но судям это неизвестно, к сожалению, понимаете? Поэтому они запросто людей выгоняют на улицу. Могут выгнать беременную женщину, могут выгнать многодетную мать. Не из хорошего жилья в плохое выгоняют, а на улицу жить вообще в подвале. Жить там, не знаю, в конвенционном коллекторе. И когда такие вещи происходят, к сожалению, на нынешнем правовом уровне нам делать ничего невозможно, потому что у нас механизма исправления судебной ошибки нет. Позавчера я, как член Совета при президенте, встречался с президентом. Я был одним из четырех докладчиков на этой встрече. И один из разделов моего доклада перед президентом, он был посвящен этой проблеме, что в Российской Федерации нет механизма исправления судебной ошибки. Президент, как всегда, это у нас не сказал ни да, ни нет, но он попросил нас подготовить предложение. Сейчас вот мы готовим поручение для президента. А вот я как раз и подумал, а давайте в Яблоке разработаем такие варианты. Давайте, знаете, здесь надо провести экспертный круглый стол, надо собрать специалистов, понимаете, посмотреть, что надо принять в законодательстве. Кое-что в жилищном кодексе нам известно. Например, мы категорически против того, чтобы людей можно было выселять из единственного помещения, если человек добросовестный приобретатель. У нас с вами сегодня примерно 15 схем в жилищном законодательстве заложено, когда добросовестного приобретателя можно лишить жилья. Ну, например, он добросовестный приобретатель, но приобрел жилье у того, кто это жилье незаконно приватизировал. То есть он скрыл, что там, например, ребенок там, или военнослужащий оказался вне процесса приватизации. У нас примерно 15 человек таких. Знаете, мне известный случай, когда людей просто законных хозяев квартиры путем махинаций всевозможных выбрасывают на улицу, и полиция все это дело покрывает. Вы знаете, таких ситуаций много, но не меньше ситуаций, когда сам закон. Вот смотрите, сегодня человек приходит и регистрирует, допустим, я решил зарегистрировать право на вашу квартиру. Кто это делает? Это делает Росреестр. Я пришел в Росреестр, подал фальшивые документы. На них обязанности проверить подпись документов не лежит. Они проверяют формальные моменты. Сколько копий, какой размер поля, какого цвета печать. Я все по делу грамотно. Все. Я получил ваши документы, вашу квартиру, потом вы ко мне обращаетесь в Сыскной суд. А я говорю, извините, товарищи, я никакой не мошенник. Я виновный по статье 327, а там срок давности 2 года. А 2 года прошло, и срок исковой давности прошел, и срок давности уголовного преследования прошел, и все. И вот что делать таким людям, хозяевам, которые остались бывшим, да, без жилья, и как им восстанавливать? Ну, если по большому счету голосовать за политическую позицию, голосовать за партию «Яблоко», вот это не вопрос права, это вопрос политики. Ну, а если говорить по конкретной защите, конечно, очень внимательно изучать законодательство и пытаться через правозащитную организацию, уполномоченных правам человека, если это инвалиды, идти в прокуратуру, чтобы прокуроры заявляли иски. Если это не инвалиды, обычные люди, восстанавливают пропущенные сроки исковой давности, очень тщательно готовятся, искать вновь открывшиеся обстоятельства, если уже они проиграли в суде. Щелкнуть тоже на мой фотоаппарат. Ну, и, наверное, нужно инициировать новые законы, да, в этой области. Ну, надо поправить, надо не новый закон, надо исправить действующий закон. А, или исправить, да. Ведь в свое время этот все беспредел правовой, он же был создан в начале 2000-х годов. Это именно изменение законодательства, изменение гражданских кодов, принятие закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Именно этот закон, он заложил правовые основы для всего этого безобразия. И как вы думаете, есть это довольно перспективное решение или все-таки слабо в этом можно надеяться на... Нет, ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что здесь такая ситуация. Если есть общественная потребность, если есть интерес людей, то этот вопрос того, насколько эти люди смогут объединиться. Ведь мы с вами знаем в истории, например, ситуации, когда людей хотели решить, например, вот, чернобыльцев. Чернобыльцев немного, это по стране всего 92 тысячи человек. Но они спаянные, они мобильные, они энергичные, и они смогли эту бюрократическую хренотень побороть.
А знаем другую ситуацию, например, ну, возьмем, скажем, с вами, например, люди, сокращаемые на предприятии. Это примерно 3 миллиона человек. Но эти люди разобщенные, аморфные, взгляд потухший, нос опущенный. Понимаете, это вопрос социально-политической мобилизации. То есть надо объединять людей? Надо не просто объединять людей, надо мобилизовывать людей на адекватные акции протеста, которые, с одной стороны, будут в рамках закона, с другой стороны, будут услышать. Я регулярно направляю, но смотрите. Собянин мощно борется с миграцией. Хватают всех, и даже россиян. Такой противоправной операции не вел, похоже, даже дед Хасан. Бандиты, наркоманы, алкоголики умильно шепчут. Вечно правь наш мэр. В милиции, полиции завалены все столики дерьмом на граждан стран СССР. И понабив мигрантов 5 автобусов, сияя от одержанных побед, задумчиво стоит сержант у глобуса. И всяк ему завидует скинхед. И всяк, кто не похож на иностранина, крестится и волокарбинчик пьет. Как здорово, что выборы Собянина случаются в Москве не каждый год. Возьмите, нужен пакетик? Еще один носик. Москвичам достаются крохи от московского пирога.
Thank you.
Спасибо.